Сегодня в 34-ю годовщину трагедии 20 января азербайджанскому народу выразили соболезнования представители дипмиссии разных стран в Азербайджане, а также международных организаций. Представительство ООН в Азербайджане, Международная организация тюркской культуры «Тюрксой», Организация тюркских государств и другие сделали соответствующие публикации в соцсети. В этот день, ставшим символом национального единства и патриотизма братского народа, Тюркпа с уважением чтит память сынов и дочерей, погибших за независимость и суверенитет Азербайджана. «Да упокоит Аллах души наших шахидов», гласит сообщение Парламентской ассамблеи тюркских государств. Среди глав диппредставительств, почтивших память жертв Черного января, послы стран ЕС, глава посольства Венгрии в Азербайджане Томаш Торма, а также посол США в Азербайджане Марк Либи, который написал в соцсети X: «Сегодня мы вспоминаем трагические события Черного января и чтим память тех, кто погиб. Мы выражаем соболезнования их друзьям и членам семей». Публикации на своих официальных страницах разместили посольства Латвии и Великобритании. Британский посол Фергюс Олд написал: «Сегодня с глубокой скорбью чту память тех, кто погиб за свободу и независимость Азербайджана». Посол Украины Владислав Каневский посетил аллею шахидов, где почтил память погибших в кровавой трагедии 20 января 1990 года. В связи с годовщиной трагедии 20 января в посольстве Турции в Азербайджане приспущены флаги. Сегодня в братском Азербайджане день скорби. 20 января – это факел, зажженный во имя свободы. Память о шахидах будет жить вечно в сердцах не только азербайджанского народа, но и народа Турции, сказал посол Турции в Азербайджане Джахид Бахчи.